В последние дни августа горняки по всей России отмечают профессиональный праздник. Карельских работников отрасли поздравили в зале благородного собрания в Национальном музее. Их вклад в развитие горного дела региона отметили наградами и благодарственными письмами. Щебень используется во многих отраслях. Это в основном, наверное, все-таки это дорожное строительство, а также в гражданском строительстве. То есть во многих домах, построенных в Карелии, присутствует наш щебень. Прионежская горная компания – лидер по объемам производства щебня в Карелии. Для строительства дорог и домов в родном крае она поставляет по 2 миллиона кубометров продукции в год и предоставляет почти 300 рабочих мест. Во время лесных пожаров руководство компании направляло технику и оборудование для помощи в тушении. Предприятие отметили за участие в развитии горного дела. Наград удостоились как целой организации, так и отдельные работники. Министр природных ресурсов и экологии Андрей Каркелович отметил, что горнодобывающая отрасль Карелии сохраняет положительную динамику развития. Работа министерства сфокусирована на дальнейшей активизации горного дела. И руда для костомукских окатышей, да, в Рыбрике, да, запасы гранита. То есть это все богатство, которыми надо заниматься.